тут не так. Рекламные экраны, они гаснут. И лампы тоже. И нагреватель постоянно отключается. Явно с электричеством перебои. Ну да. И чё? А нам не насрать, а? Агент, у нас серьезная проблема с электросетью на Таймс-сквер. Рот сообщит все подробности. На этом задании с тобой работать будет он. Спасибо. Дело вот в чем. Понижающий трансформатор накрылся, и из-за этого начались веерные отключения. В норме ничего страшного, однако на Манхэттене все уже давно не в норме. Если не починить, произойдет каскадный отказ по всему острову. А это будет хреново. Внимание, выход из безопасной зоны. Наша главная задача – починить трансформатор на Таймс-сквер, пока не вышла из строя сеть всего района. Чинить будешь ты, по моей пошаговой инструкции. Я надеюсь. О, Господи. Черт, все боты в крови. Прежде всего, нам нужно вручную отключить электричество. То есть тебе нужно. Это может показаться бредом, но поверь, так надо. Просто дерни за рубильник, вот и все. Так, электричество отключили. Теперь можно спокойно чинить трансформатор. Извини, Ротс, но я беру командование на себя. Я успела идентифицировать трупы в той комнате. Это агенты спецотряда. Агент, пока мы не выясним, что произошло, все прочие твои задания отменяются. Долбанные федералы. Неподалеку находится полицейский участок. Я высылаю координаты. Там должны быть записи камер из метро. Будь осторожнее. Стрельба привлекла внимание зэков, так что сейчас на тебе считай, что мишень нарисована. Они не упустят шанса подстрелить такую крупную дичь, как ты. Обнаружен новый противник.
Так, теперь я займусь этими записями. А ты можешь дальше помогать Ротсу чинить электросеть. Я тебе больше ничего не нужно, а то я могу еще подождать. В общем, нужен исправный блок предохранителей. Уоррен Гейт, энергетическая компания, выслала бригаду ремонтников, но записи о проведенном ремонте нет. А это значит, что запчасти, в том числе блок предохранителей, до сих пор в том фургоне. Я вычислил, где он должен быть. Так что, если у тебя есть время... Нужно вставить этот блок предохранителей в трансформатор. Я покажу, куда именно. Если нам повезет и все получится, тогда на Таймс-сквер снова будет светло, как в старые добрые времена. Надеюсь, ты его тащишь аккуратно. Если надорвешь спину, вряд ли тебе дадут больничный. Это дело не быстрое. Тебе там придется немного задержаться и удостовериться, что все нормально работает. Прости, но там опасно. Позиция простреливается. Уголовники не дураки, они наверняка туда заявятся и будут мстить за убитых тобой братков. Внимание! Обнаружен противник. Обнаружен новый противник.
Теперь все работает. Сеть стабильна, лампочки горят. По крайней мере, те, которые еще не разбили. Теперь это похоже на прежнюю Таймс-сквер. Вроде мелочь, но для людей это важно. Агент, мы нашли запись с камер наблюдения. Мы наконец знаем, что стало с первой волной. По крайней мере, с некоторыми из агентов. Теперь уж я точно не отступлюсь. Попомни мое слово. Это еще не вся правда. Опасную зону. Могу с тобой пойти. Что-то в этом консульстве позарез нужно батальону. Как там насчет центрального вокзала? Здорово. Модернизация – это всегда хорошо. Спасибо за помощь. Я не вижу смысла, зачем нам вообще пытаться их взять живыми. Ты только осторожней. Сейчас занят, потом все обсудим. Прекрасно. Теперь мы тут заживем со всеми этими наворотами. У тебя отлично получилось. Только не подставляйся.